Не было ни одной стрелки, как это отмечалось в прежние годы. Осень расположена здесь. На границе в Занорове в 1904 году было снижение советского гидроплана в устье Нарвы. Она же проходит здесь. Мы когда сжимаем, пусть проходит. А ось обычно расположена здесь. Это неправильно, она все время. Поэтому это как будто внутри ладони расположены. Светло, снег блещет при месяце, все было видно как днем. И колядки, и песни веселых парубков и девушек, толпящихся кучами под окнами. Он бы без всякого сомнения решился на последнее, если бы был один. Но теперь обоим не так скучно. Сказавший это, он уже досадовал на себя, что сказал. Ему было очень неприятно тащиться в такую ночь. Но его решало то, что сам нарочно этого захотел и сделал таки не так. Как во всем почти свете, и по ту сторону Диканьки, и по эту сторону Диканьки, только и мечей-то было про нее. Парубки гуртом провозгласили, что лучшей девки и не было еще никогда. Проверка. Саунд. Что за звук у машины? Попытаемся завести. Этот мотор еще и не работал. Посмотрим. Оживет он или нет. Так. Погаситель включен. Газ. Thank you.
или желтая? Нет, серая, серая и желтая. Серая и желтая. Смотри. Сейчас покажу. Черный. Откуда, откуда мотив? Бахнул рулевое, ну, как бы, угол наклона 60 градусов, думаю, в этот раз я буду точно как, блин, ну, блин, все, блин, академически, знаешь, нет ничего практичнее хороших теорий. Вылет выкладки должен быть 100 миллиметров, угол 60, ну вот, раз, 60 градусов, там все по уровню вымерял, блин, дэнкс. Потом смотрю, ну, думаю, дизайн какой-то некрасивый, это уходит как-то сюда, знаешь, все это, блин. Ну, ладно, изменю немножко, блин, бог с ним, с теорией, все равно будет есть. И у меня ось колеса была не здесь, а вот здесь. Ну, как бы, логично, знаешь, окончалось и сюда выходило. Блин, а плечо, оно же, блин, как бы, ну, превращает то, что у меня вылет передней вилки стал 200 миллиметров вместо 100. Это на 10 сантиметров больше, чем нужно. Я поехал, блин. Антон, возможно, ехать, блин. Все время руки стремится то ли вправо, то ли влево, знаешь, такое, знаешь. Думаю, ну, конечно, привыкнуть можно, тем более по асфальту. Но как-то отдашь человеку. Репутация, блин, будет моя страдать. Взял самокат, на котором едет. Блин, все разобрал, по новой все выставил, выяснил причину, блин, на полу там штанги. Оказалось, что нужно перенести точку отсюда. Сюда. Как? Дизайн, уже все как бы, ну. Что сюда такой топор? Ну, если не рассказать эту историю, то как бы это. Кажется, что. Ну а что, ну, оригинально. А здесь? М, С, инициалы владельца ППЦ, самокат. Ну, заодно эти штуки укрепляют, ну, как бы, звездочка, она сегодня четвертый диск. Погоди, а ты диск покрыл, что ли? А? Диск этот, колесный. Нет, алюминий. А, это алюминий? Да. А, ты же тогда привозил, что он алюминиевый был, да? Нет, я привозил задние маленькие. Вот, конечно, Игорь, я вот думаю, слушай, вот смотри. Видишь, он как бы края блестят, а середина там покрашена. У нас есть один опыт, Артем, который тут потер. Может быть, вот смотри, может быть, его можно покрыть, только кромки, вот, чтобы вот так покрылся, чтобы кромки блестели. А середину я потом покрашу. Вот, ну, что ты думаешь?